Без трофеев не возвращаются. Ежегодно ульяновские поисковые отряды выезжают в разные уголки нашей страны, а иногда даже за ее пределы. Поисковики находят останки воинов, снаряжение, оружие, боеприпасы и предметы быта. Одной из последних интересных находок поискового отряда «Авангард» стала стеклянная фляга, в которой сохранилась вода с тех далеких времен. А вот эта стеклянная фляжка с водой, она уцелела в момент боя. И внутри находится вода, которую боец перед боем, в момент подготовки, видимо, к наступлению, набрал в эту флягу. И эта вода до сих пор находится внутри нее. И, соответственно, провели ряд процедур по консервации пробки. И, соответственно, эту жидкость, которая находится внутри, пытаемся сохранить. Соответственно, вода – это как символ жизни. Фляга стала одним из экспонатов выставки «Свидетельство далекой той войны». Рядом другие находки с поисковых экспедиций и макеты вооружения с мест сражений. Также руководители отрядов совместно с губернатором Ульяновской области и представителями правительства провели круглый стол, на котором обсудили проблемы и определили дальнейшие задачи. Приведем в соответствие нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать те алгоритмы, по которым будут работать. Потому что ситуации бывают разные, находят героев, воинов Красной Армии в других регионах, звонят напрямую в муниципальное образование. Муниципальное образование порой не связывается с поисковыми отрядами, а они должны это регистрировать, вносить данные, соответственно, ведется определенный реестр. Вот чтобы у нас все эти процессы были синхронизированы, системно выстроены, мы провели вот это заседание. За прошлый год были найдены останки 71 воина и множество артефактов. Кроме поисковой деятельности, отряды работают в архивах, ЗАГСах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, а также активно проводят работу с молодежью, проводят лекции и выставки. Мы гордимся ребятами, которые занимаются в клубах. Гордимся духом товарищества и коллективизма, который царит среди молодых людей, их активной гражданской позицией. Я уверен, что воспитанники этих клубов станут людьми надежными, способными прийти на помощь попавшим в беду. В регионе действует 9 поисковых отрядов численностью более 300 человек. Работает школа молодого поисковика, где молодежь обучают азам, проводят полевые экспедиции и практические знания. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.